4. Трамвай, снегоочиститель. Меня мне пустить еще. Годы выпуска с 1952 по 1973. Эксплуатируется в Москве до наших дней, до сих пор. Сейчас мы в него залезем. Последний раз трамвай участвовал в параде в 2017 году. И сейчас вы вновь его можете увидеть прямо у меня на канале. Афанасий Иванов. Сережа Гнолов, да? Ну что, больше этого сказать нечего. Да, это все речи управления. До сих пор работает в Москве. Итак, обзор трамвая ГС-4 закончен. Всем спасибо за просмотр этого видео. Всем спасибо, всем пока.